Пьер Нарцисс умер еще вечером 21 июня, но упокоилось его бренное тело только сегодня, спустя 11 дней, в фамильном склепе в Камеруне. Африканские родственники показали, как сейчас выглядит несчастный покойник. Изначально панихида по выпускнику «Фабрики звезд» планировалась в Москве еще 25 июня. Но из-за семейных разногласий между матерью покойного и бывшей женой тогда двери в траурный зал так и не были открыты. Мол, мать хотела, чтобы Пьер нашел свое последнее пристанище на родной земле, в фамильном склепе, а бывшая жена настаивала на похоронах в Москве. Потом прощание было перенесено на 28 июня, но помешала бюрократическая волокита. В морге заявили, что тело может быть выдано только родственникам, которые в Кении, но никак не бывшей жене. При помощи посольства пришлось утрясать этот момент. А мать и сестра Нарцисса в это время искали по родным и знакомым 700 тысяч рублей, чтобы цинковый гроб с Пьером отправить на родину в Африку. Следующей датой прощания было назначено 30 июня. Слава богу, все состоялось. Тело шоколадного зайца положили в дорогой белоснежный гроб за 200 тысяч. После панихиды уже в герметичном цинковом гробу труп отправили самолетом на родину в Африку. Мать настояла на похоронах в фамильном склепе с дядями и отцом. Кепку, в которой певец был во время прощания в Москве, сняли, а сложенные на груди окостеневшие руки с трудом удалось расцепить, чтобы уложить вдоль тела покойного, как заведено в Камеруне.